Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас на русском. С утра открыли хрустальный сундук. Пока есть время, решил записать вам его, показать, что тут будет у нас падать. Про условия конкурсов, думаю, вечером запишу вам уже видосик. А то что-то ничего не успеваю. Так, поехали, что там нам надо? Нам надо наролить, как обычно, созвездие. Будем сейчас ролить созвездие героя. Так, поехали. У нас стрелок. Нужны мне пиромаги. Так, 649 до 600. В принципе, можем пробовать. Первые падают. Да, что-то с чарами, как обычно. Вот опять тот же самый четвертый пиромах. Вернули все обратно. Все на русском печально. Передача энергии. Попробуем на медузе Да, печально, в общем, все, как обычно. Лучше всего доставать с коробочек чара. Но на русском, как обычно, у нас их практически не продают. Такс. Мастер клинка. Итого 50к у нас ушло, и толком мы ничего не выбили. Так, это плюшки. За один самоцвет. Еще себе супер мега набор. Так, смотрим, что там у нас. Сейчас буду забирать у себя. На английском коллекционер, как всегда, топовый. Так, поехали. Ну, первые плюшки вы увидели. Заберем, посмотрим на следующее. За 300 мы забрали. Сейчас вам таким способом попробую быстренько показать. Вот это за второе. Сумочки, коробка.
Смертушка, в принципе. Такое себе, но... Лучше это, чем ничего. И карта вторая. Дальше, кстати, неплохо. Даже очень неплохо. Три раскола. Эмблемка. Ну, расщедрились прям. Правда, полпака большого. Ну. Не знаю, кому это надо, но кому надо, тот заберет. Ого, ничего себе. Неплохо, вот это действительно неплохой коллекционер у нас. Вот за большой пак получается выживание, новые талантики, изворотливость, 25 энергии. Ну тут кулдаун все решает, конечно же. Ну, 4 эмблемы порочного пакта, мешки прайм, в принципе, я считаю, это более чем хорошая тема. Да, вот так вот. Выкуплен. Все, хрустальный у нас пропал. Неплохо. Заберем все плюшки. Так, что мы имеем с такого интересного? Коробка, карта вторая, карта третья. Условно интересная. Так, шестые эмблемки, три раскола. 30к кулаков, 30 рун. Самое интересное — это выживание, седьмая эмблемка, это самое топовое, я думаю. Порочные пакты — тоже неплохая тема. Мешки, 5 и 4, ну, в принципе, эмблемки. Так, поехали. Это у меня по питомцам, сейчас пооткрываем плюшки. Еще заскочим на английский сервер, глянем, что там поменялось у нас. Точнее, на этот, на китайский. Такс. Кузнеца это я потом позабираю. Функция. Так, еще надо копить. Императорское, в принципе, можно будет позабирать. Так, дальше поехали. Плюшки пооткрываем. Так, сумки. Выживания нету. Конечно, ни о чем. Так, сетики. Выживание. Вот эти интересные. Тут камешки падают. 5 коробок. Ну, неплохо упало. И самое топовое — это вот эти вот сумочки. Так, новый талантик, плюс одна рунка и плюс скин на Асуру. Да, вот как-то так. Ну, в принципе,
То, что руны добавились, вот это, наверное, самый кайф. Так, поехали, еще заскочим на английский. Бейком гляну, что тут. И буду бежать. А, блин, английский, видишь, теперь путаю английский с китайским. Китайские просто акции начали давать. Чаще тут сижу, так. Что-то добавили, да, добавили. Ну вот, посмотрите. Опять можно собрать 25 камней. Как по мне, английский даже отдыхает. Ожог дают уже шестой. Можно делать эмблемку. Куча скинов. Куча плюшек. Вот по 5. Опять ремки дают. Кулаки. Камешки. В общем, все как обычно. Английский. Даже не настолько интересен. Все, будем вечером это все забирать, потому что времени нет. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайк. Ждите дальше видосов. Всем удачи, всем пока.